Для героини нашего следующего сюжета эти советы как нельзя кстати. Ведь именно сегодня у нее появилась возможность воспользоваться услугами международных туроператоров, а заодно прославиться на всю Россию благодаря счастливому стечению обстоятельств, рассказывает Наталья Войтенко. 20-миллионный загранпаспорт нового образца в руках жительницы нашей области. Счастливой обладательницей уникального документа стала студентка БелГУ Тамара Маркова. Девушка говорит, что воспользоваться новым биометрическим паспортом планирует уже в ближайшее время. Но где бы она ни находилась и сколь прекрасными ни были бы экзотические пейзажи, всегда с радостью возвращается на свою малую родину. Я даже не ожидала, что вот именно мне выпадет такая честь из всей России, именно на Белгородскую область. Но все равно тяга вот к родному краю, вот к Белгородской области все равно есть и у меня, и у всех, я думаю, белгородцев, потому что Белгород у нас замечательный город, красивый, чистый, много достопримечательностей можно посмотреть, природа замечательная. Мы привыкли быть первыми во многих направлениях, мы привыкли быть лидерами во многих отраслях деятельности, и, конечно, мы с удовольствием станем, наверное, сегодня вот такой областью, в которой 20-миллионный будет владелец нового паспорта, паспорта нового образца. Документ, отвечающий стандартам европейских стран, в нашем регионе выдается уже 5 лет. С ним границу страны пересекают уже более 200 тысяч белгородцев. Эта работа совершенствуется и продолжается. Сегодня паспорт нового поколения уже выдается на более длительный срок, это десятилетка, как мы его называем. В ближайшей перспективе он будет иметь еще другие носители биометрической информации, будет более совершенным. Сувенирный глобус, подаренный сегодня Тамаре Марковой, поможет ей не потеряться в многообразии направлений загранпоездок.